Тяжелый вопрос, конечно. Ну, это чашка кофе с утра, это солнце в окно, это Одесса. Ну, я на работе, да, самостоятельно. Да, отличница. Разная. Ложь. Это трудный вопрос. Наверное, уже невозможно так представить себе жизнь. Вообще говоря, валяюсь иногда, когда он есть, у меня выходной день. Иногда ковыряюсь в своих цветах в саду. Люблю это. Вообще люблю, если выходной, просто уехать там и взять, скажем, мини-отпуск. Ну, сейчас нет ничего в ней такого странного. Ножичек бывает. Жаворонок. Яблоко, хочу сказать, но съем торт. Счастье. Да. Раньше чаще. Огромную. Люблю пошутить и иногда бываю очень оригинальной в своих шутках.